друзья, к вам обращается с экстренной просьбой лохматая душа. Друзья, морозы, холод, корм не самый лучший, и того не хватает. Ребята, я почти 5 дней была занята тем, что пыталась спасти малышей, которых подбросили, 15 малышей в коробках под забор, с кровавым поносом. Ребята, из 15 погибло 3. Остальные еще капаются. Я прошу вас, ребята, я прошу вас срочной помощи, потому что сегодня мне прислали видео к складу и простое сообщение. У нас нет корма. Ребята, у нас сломалась машина. До приюта я не могла доехать. Потек радиатор, полетела коробка передач. Все в кучу. Я прошу у вас экстренной помощи. Кто сколько может. Ребята, помогите, пожалуйста. У нас сегодня нечем накормить животных. Сегодня нечем накормить. Я прошу вас, помогите немного собрать денег, чтобы можно было купить завтра. И чтобы накормить их завтра. Ребята, крещенские морозы, крещение. Я прошу вас, друзья, я прошу вас экстренной помощи. Посмотрите, сколько у нас малышей, сколько у нас поломанных, искалеченных. И это только за последние буквально вот 2 недели. Ребята, мы рвемся на куски, мы пытаемся сделать все, что можно, даже больше наших возможностей. Но нам не справиться без вас. Я прошу у вас срочной помощи, ребята, хоть по 100 рублей. Срочной помощи, ребята, экстренной, срочной помощи. Лохматая душа просит вас о помощи. У каждого бывает тяжелое время. Начало года тяжелое всегда. У любого приюта, у любого даже домашнего приюта, у любых организаций. Ребята, начало года всегда страшно. Особенно страшно частным приютам, таким как «Лохматая душа». Потому что мы выживаем только на ваши пожертвования. Друзья дорогие, «Лохматая душа» просит экстренной помощи у знакомых и незнакомых людей, в ком осталась хоть капля человечности. Прошу вас, друзья, отзовитесь, пожалуйста, отзовитесь срочно, кто может. Помогите нам. Давай, посиди немножко. Уже чуть-чуть осталось, скоро поправишься. Ребята, вот такая плакса у нас есть. Он будет маленький, до 40 сантиметров, до 40, 100%. Давай, Бонечка ищет дом. Боник, наш Боник, Боник. Да, солнышко. Плаксюша. Женщина умерла. Ну, вот в таком состоянии забрали из квартиры 7 собак.
Ha ha ha!